Как вернуть настроение лета? Один из моих любимых способов – это терапия юмором. Разрядить ситуацию, повысить настроение, справиться с несправедливостью и даже продлить нам жизнь – все это помогает нам юмор. Первое, что юмор делает – это помогает нам справиться со стрессом. Он помогает нам расслабиться и хоть немножко, но все равно дистанцироваться от ситуации. А эта дистанция помогает нам увидеть выход или решение проблемы. Второе, что делает юмор, это повышает самооценку. Хорошая шутка – это минута славы для рассказчика. Острота – это как маленький шедевр. И эти маленькие приятности вмиг повышают нашу самооценку. И особую мы гордость чувствуем тогда, когда нам удается посмеяться над тревожной или неприятной ситуацией. Ну и последнее – юмор создает эмпатию и нужное такое сопереживание. Благодаря юмору мы можем сблизиться с приятным нам человеком. Когда мы смеемся над чужими шутками, а шутки близкого нам человека кажутся остроумными, в этот момент мы чувствуем, что наше мировоззрение, оно совпадает. Вот эта близость, чувство юмора, она объединяет людей. А что еще нужно осенью, как не близость с приятным нам человеком для согревания души и поднятия настроения?